Всем привет, ребята! Мы тут снимаем видео про еду, про дрова, про двор, про автомобили. Ну, последствия еды часто такие не очень приятные бывают. Я про что хочу рассказать? Покажи сюда, пожалуйста, оператор. Товарищ оператор, пожалуйста, сюда покажите. Вот унитаз, да? Вот смотрите. Включаем его. Видите, что делается? Нехорошо. Вот что сделать? Надо менять гофру. Покажи, пожалуйста, товарищ оператор, вот туда. Вот эту гофру. Видите, стоит все. Наша задача, либо лезть, менять гофру, вытаскивать. Ну, то есть, как бы неприятно там в остатках еды копаться. Поэтому мы тут посмотрели на меня. Ты уже сказал бы в говне ковыряться. В говне, да. Здравствуйте, посмотрели, дорогие товарищи. Сегодня у нас звезда Юрий. Супер методом воспользоваться. В интернете подсмотрели, не наш этот метод. Для этого нужны перчатки. Вот такие вот, классные. И бутылка. Я думаю, на перчатке мы этим видео заработаем. Любые перчатки. Обрезаем бутылку. Опасным способом. Оставляем крышку на месте, так как, чтобы не выходила вода. Ну, бутылку можно было, конечно, поровнее, но нам пойдет. И что мы делаем? Засасываем бутылку. Одеваем перчатки. Все, тебе засасывают. Товарищ оператор. Оператор из меня никакой, сразу говорю, может, я что-то не досниму. Для особо нервных и впечатлительных, пожалуйста, выключите это. Дальше видео. Внимание! Опускаем. Не очень-то помогает. Не наш случай. Не наш случай. Всем до свидания. Ну что, господа, первый раз не получилось. Пробуем второй раз. Видно, засор большой. Да. Какашек много. Смотрите. Или бутылка маленькая. Что? Ужас. Ни в какую. Ребята, ни в какую. Придется ломать гофру. Как обычно. Ты забыл, какая у тебя фамилия? Иванов. У тебя все с трудом дается. Не помогает. Забили конкретно, наверное, этими, как это называется, влажными салфетосами. Дело в том, что у нас тут раковина. Вот она находится здесь. И из раковины все уходит. Значит, у нас где-то здесь стоит только. Конкретно вот в гофре, да? Ну, я не знаю, а где еще? Ну что, ребятки, радикальные меры при помощи полторашки, при помощи двушки нифига не помогли. Что делаем? Будем снимать унитаз, деваться некуда. Перекрыл я воду, слил бачок.
Так, и что у нас тут? Тут у нас какой-то... зацементированный... охереть. Представляете? Тут... не просто грязь, тут она зацементированная. Отворачиваем подводящий шланг. Вот смотрите, из гофры достаю. Отложение камней. Отсоединили шланг подводящий, по которому вода подходит. Ну что, будем смотреть, наблюдать, что здесь. Ну вот, ребята, разобрали. Привет хозяйкам и хозяюшкам. Сетка металлическая. Вот там в унитазе. Чего я сразу не залез этим, как сказать, в перчатках, не посмотрел. Конечно, какой же пойдет проход? Какой же кал, какое говно пролезет сквозь эту сетку? Бутылка не помогла даже. Тут такой фильтр стоит охерительный. Какая бутылка, ребята? Да она, наверное, поворачивалась. У нас же когда гости были, помнишь? Ты же лазил тоже что-то. Муштровала, она повернулась, наверное, в другую сторону и лежала спокойно. Это уже давно она лежит. Да в том-то и дело. Я уже сколько про это. Это у нас, может быть, София или Настя закинули? Ну кто мог закинуть? Эй, там льется у тебя. Надо вытаскивать. Льется, конечно, льется. Только работай, блядь. Ладно, извиняюсь. Короче, убирайся. Всем пока! Никакая бутылка не поможет, когда... в унитазе вот такая сетка. А мы вчера купили гофру, я заставила мужа купить новую. Я не хотел покупать, заметьте, ребят. Вон он. Короче говоря, вот в этом месте, посвети сюда, вот в этом месте, где переход, вот в этом месте встала эта сетка. Так что смотрите, сейчас мы, конечно, это все уберем. Вид непрезентабельный, но поучительный. Смотрите, вот такие отложения камней. Ну, это, конечно, камни, потому что, смотрите, вот они. Это у нас такая вода. То есть вода грязная, паршивая. Вот из-за того, что снимал унитаз, видите, что сделал? Вставлять будем новую гофру, раз уж купили, обмазывать обязательно герметиком. Ну все, ребятки, унитаз отремонтирован, гофра поменена, здесь у нас все вычищено. Показывал вам эту сетку. Ну и проверяем. Все уходит, все отлично. Все, всем пока, до скорых встреч. Не засоряйте унитазы сетками. Да, не засоряйте унитазы. Вот там у нас метки капают. Это бежит то, что Лариса налила моющее, маленькое помыть бачок.